Всем привет! Вы на моем канале Вязалки с Еленой. Наконец-то я довязала свою летнюю кофточку. Вязала я ее на размер 46-48. У меня на канале есть мастер-класс по вывязыванию этой кофточки. Вязала ее снизу вверх. Низ кофточки обвязала такой каймой. Я нашла схему, мне она очень понравилась. Сделала такие разрезики. И вот так вот получилось. Украсила кофточку вот такими цветочками. Еще я их буду пришивать. Кому интересно, как вязать вот такие цветочки, оставайтесь на моем канале, я покажу. Набираем 5 воздушных петелечек. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяем их. И обвязываем этот кружочек столбиками без накида. 11 столбиков вяжем. Второй столбик я провязала. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Вот такое колечко получилось. Теперь набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И через петлю соединяем соединительным столбиком. 5 воздушных петелечек. Через петельку соединяем. Еще раз набираем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Соединяем. 1, 2, 3, 4, 5. И также соединяем через петлю. Один, два, три, четыре, пять. И соединяем. Вот у нас получилось 5 лепесточков. Теперь нам нужно эти лепесточки обвязать также столбиками без накида. И таких столбиков должно быть 8. Первый я провязала, вяжу второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Следующий лепесточек обвязываем. Вяжем 8 столбиков.
Вот я провязала уже 2 лепесточка. Теперь следующий лепесточек обвязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Очень легко вязать такой цветочек. Вот мне осталось еще один лепесточек обвязать, и цветочек будет готов. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, и теперь вот сюда заводим крючок между лепесточками и провязываем соединительным столбиком. Вот такая красота получилась. Ниточку обрезаем и вытягиваем кончик ниточки. И с обратной стороны, с изнаночной, прячем ниточку. Цветочек готов. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока!